Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Архипастырь», и сегодня мы в гостях у епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия. Добрый день, владыка! Добрый день, Артем Сергеевич! Добрый день, дорогие братья и сестры! Владыка, мы с вами встречаемся в начале 24-го года, вскоре после рождественских святок. Казалось бы, праздничное время уже завершилось, но тем не менее в Полоцкой епархии и в феврале есть торжества, которые посвящены весьма знаменательной дате – 185-летию Полоцкого собора. Мы будем вспоминать события, когда в 1839 году почти полтора миллиона, более полутора миллионов наших соотечественников, наших предков вернулись из унии в лоно Святой Православной Церкви. Что это за событие? Чем оно было знаково? И почему мы так широко в этом году вся наша церковь празднует Полоцкий собор? Но действительно, это знаковое событие для всех белорусов, потому что произошло чудесное возвращение наших предков из унии в веру православную единовременно 1 700 000 человек. Благодаря трудам, конечно же, преснопамятного митрополита Иосифа Семашко и других его сподвижников. И этот переход состоялся настолько мирным и, так скажем, быстрым, что людям ничего не нужно было менять. Такое впечатление, что они ждали, сохраняли свою веру и ждали, когда же они смогут воссоединиться с Матерью Церковью. В этом году 185 лет Полоцкого собора, и Белорусская Православная Церковь, и наш Священный Синод Белорусской Православной Церкви принял решение широко отметить это событие, вспомнить, провести богослужение, провести ряд мероприятий, лекций, конференций, чтобы нам еще раз и еще раз переоценить вот этот исторический момент, и для каждого из нас, чтобы это было очень значимо. Владыка, примечательно, что Полоцкий собор состоялся в городе преподобной Ефросинии. Наверное, если вот говорить о святых земли белорусской, в первую очередь преподобную Ефросинию, Полоцкую игуменью, чаще всего и вспоминают. С одной стороны, это вот символ, можно сказать, белорусского православия, с другой стороны, преподобную матушку Ефросинию, как здесь ласково называют святую, все-таки знают мало. Конечно, в школьной программе говорят, что это просветительница, но насколько значима эта фигура для всего русского монашества, насколько значима она, как можно сказать, даже дипломат, это уже в меньшей степени известно. А что в фигуре святой преподобной Ефросинии больше всего привлекает вас, ваше Преосвященство? Ну, конечно же, подвиг преподобной Ефросинии, то, что она от юности посвятила свою жизнь Богу. И вы правильно сказали, все мы знаем хорошо о том, что она переписывала книги, что она строила храмы, что она организовала монастырь, которому будет через год уже 900 лет монастырю. И память об этой святой сохраняется многими поколениями. Но, наверное, в наше время очень важно обратить на ту сторону, как вы сказали, дипломатическую, сторону миролюбия, которая была у преподобной. Она была способна примирять враждующих князей. Представьте себе, без войны, без выяснения отношений, без вооруженных конфликтов она смогла это все примирить. Если проецировать это на нашу ситуацию сегодняшнюю, вот нашелся бы такой святой, который бы мог бы в одно мгновение примирить украинский и русский народ. Вот представьте себе такого святого, который обладал бы такой силой. И такой святой для нас – это преподобная Ефросинья Полоцкая. Она могла это делать. Это очень важное качество монашеское, потому что человек такие подвиги может совершать только опираясь на глубокую молитву, на глубокую веру в Бога, на уверенность в том, что Господь всем управляет и что Господь пришел здесь и принес мир на землю. И, наверное, праздник Рождества Христова тому подтверждение. Вот, наверное, вот это качество святой мне очень импонирует.
Владыка, имя преподобной Ефросиньи значимо не только для Белорусской Православной Церкви, не только для Полоцкой епархии, не только для Белорусской Православной Церкви, но и для всей полноты Русской Церкви. Тем не менее, Полоцкая земля и в течение веков давала Православной Церкви многих святых, и один из последних, кто пострадал за Христа в начале 20 века, священномученик Константин Жданов. И мы можем говорить о том, что почитание священномученика в последние годы на Полоцкой земле значительно возросло. С чем это связано? Вот когда входишь в кафедральный Богоявленский собор, сразу видно раку со святыми мощами священномученика Константина. А раньше она была в его родном городе. Почему такие перемены произошли? Ну, начну сразу, что она не была в его родном городе. Его родной город – это Шарковщина, где он получил для служения тот храм, в котором служил его отец. Вообще, отец его был переселенцем. При графе Муравьеве они переехали из Тверской губернии. И отец совершал служение в Шарковщине, в храме, который пришел в такое состояние аварийное, так скажем. Тогда отец Константин берется за строительство храма. Вообще, что меня так поразило, то, что я не слышал об этом святом так подробно. Да, произошла его канонизация, но как-то это было все в рамках экзархата, не было широкого почитания. Ну, я думаю, в чем плюс большой? Ведь у новомучеников, которых мы почитаем сейчас, не сохранилось ни мощей, не их жития особенно, мы кратко все знаем, личных дел не сохранилось, расстрельных дел, или не находятся в архиве, куда доступ еще многие годы будет закрыт. А здесь было принято решение молитвенно начинать почитать отца Константина. И в городе, где мощи его находились, это был город Десна. С этим городом отца Константина ничего не связывало, кроме того, что он там последний месяц своей жизни сидел в тюрьме и там был расстрелян. И тогда я понял, что нужно ему как можно чаще совершать богослужение. И решением епархиального совета по благословению митрополита Минского и Заславского Павла было решено перенести мощи из Десны в Полоцк. Скажу сразу, что это вызвало неоднозначную реакцию у многих и местных жителей, и жителям Десны было жалко, что от них увозят святого. Вот. И жители Шарковщины тоже, они имеют первостепенное как бы право, чтобы мощи находились у них в храме. И было решено оставить часть мощей в Шарковщине, а именно его правая рука, которая нетленная. Он строил этот храм собственными руками, и руки его нетленные. Вот. А второе, было решено оставить часть мощей в Десне, в уже приготовленные раки, а основные мощи перенести в Полоцкий кафедральный собор. Поскольку я с этим никогда не сталкивался, и все задавали вопрос, а как вы будете мощи разделять? Я говорю, я не знаю, то, что святой сам отдаст, то мы и оставим. И направил туда секретарей своих, они открыли мощи, звонят, говорят, что нам делать? И я тоже не знаю, что нам делать. Я говорю, ну, не знаю, что вы видите? Вот видим руку. Ну, говорю, попробуйте, прикоснитесь. Только они прикоснулись, святой им пальчик так раз и отдал. И мы этот пальчик оставили нетленный, оставили в Десне, сделали такой ковчег красивый, заказали в Греции. Вот. И таким образом как бы разделили, часть мощей оставили в Шарковщине, часть мощей оставили в Десне, и, конечно же, основные мощи прибыли в Полоцк. Здесь стоял второй вопрос, а куда поместить мощи святого? Мы перевезли его в том гробе, в котором его перевезли на канонизацию, и из мастерской мастер наш сказал, говорит, владыка, у меня как раз есть дуб, вот, чтобы сделать хорошую раку. Я говорю, давайте сделаем. И каково было изумление мастера, когда, я думаю, что любой столяр сейчас поймет, когда сантиметр в сантиметр
хватило ровно этого дуба для изготовления раки отца Константина. Но это только одна часть чудес, которые сопровождали перенесение мощей. Самым главным чудом было то, что мы нашли дело. Дело, которое открыло нам всю правду, как происходили последние дни жизни отца Константина. Оказывается, те люди, которые его предали, это были люди в церкви. Когда отец Константин вернулся из Виленской митрополии, вернулся в Шарковщину, чтобы служить престольный праздник, он не обнаружил в кассе 1201 рубль. И тут же, так скажем, выяснилось, что эти деньги стащил староста Антон Богович. Мы знаем фамилию, кто это был. И тогда Антон Богович написал донос, написал о том, что отец Константин настраивает людей против советской власти, и даже в проповеди своей сказал, что они, значит, так скажем, являются врагами и так далее. И тогда за контрреволюцию отца Константина арестовали и в одну ночь отвезли его в Десну. Один донос, одна подпись. Прихожане настолько любили святого, что маленькая Шарковщина за одну ночь, когда узнали, что арестовали их батюшку, собрали 1000 подписей на 8,5 листах для того, чтобы освободили отца Константина. И свидетельствовали, что он не говорил ничего против советской власти. Он говорил только одно, что многие из нас в современной ситуации неправильно понимают свободу и предаются разбою и грабежам. Вот что сказал отец Константин. Я думаю, что эти слова и к нам сейчас относятся, что многие совершенно неправильно понимают свободу. Нужно иметь свободу от греха, а не свободу, как вседозволенность. Об этом, конечно же, как пастырь говорил отец Константин, но за эти слова зацепились, и он был отправлен в тюрьму в Десне и был расстрелян 29 апреля, хотя 1 мая для него и других осужденных в газете уже напечатали об амнистии. И те, кто его расстреливал, прекрасно знали об этой амнистии. Когда мы нашли все эти материалы, они чудесным образом сохранились и были в Витебском областном архиве. Почему они там оказались? Потому что они под грифом находились, такая толстая папка, и там написано «О превышении полномочий десненских коммунистов». Ну, ее перекладывали, что там превышение полномочий. А оказалось, там было сокровище, то, что мы искали всю жизнь. Это случилось именно после перенесения мощей из Десны в Полоцк, когда мы начали ему молиться. Это было нам второе утешение, такое очень сильное. И, конечно же, еще одним утешением было, что отец Константин вошел в собор новомучеников-исповедников российских, так как он входил в собор русской зарубежной церкви, в собор новомучеников, их автоматически приняли всех в собор новомучеников-исповедников русской православной церкви, и нам не нужно было никаких еще дополнительных документов, свидетельств и так далее. То есть отец Константин сделал все за нас. Мы только наблюдали, как это чудесным образом происходит. И, конечно же, под впечатлением, прочитав это дело, я не мог уснуть, я понял, что нужно что-то говорить об этом святом, чтобы о нем знали все. Мы написали такую книгу, которая называется его последними словами «Что Бог пошлет, то и буду терпеть». Он мог убежать от расстрела, но он не убежал. Он сначала нес крест сироты, когда умерла его мать, он ухаживал за своими братьями и сестрами. Затем он остался с 1,5-годовалым сыном на руках вдовцом и воспитывал не только своего ребенка, но и других людей. Потом стал строителем храма. И после этого, когда Господь призвал его к мученическому венцу, он тоже не отказался. Он сказал эти слова, что Бог пошлет, то и буду терпеть. Именно так называется эта книга, которая написана на основании архивных материалов, открытых вот буквально 3 года назад. Это для меня лично, и для многих палачан, и для белорусов, и для всех людей, это удивительный человек, удивительнейший.
Это человек высочайшего подвига. И мы с вами имеем такую возможность и понимаем, что эти люди не с какой-то другой местности. Они жили здесь, жили в условиях гораздо худших, чем мы живем сейчас. Но когда Господь призвал их к подвигу, никто из них не отказался. Вот это для меня большой пример и утешение. Ваше Преосвященство, когда отец Константин совершал свое служение церкви на Полоцкой земле, его правящим архиереем являлся святитель Тихон, будущий патриарх московский всея Руси. Его почитают и здесь, и в Литве, и, можно сказать, во всей Западной Беларуси. Почему так значима эта фигура? Насколько известно, часть Полоцкой епархии входила в литовскую митрополию. Ну, наверное, это не единственная причина. Да, действительно, 6 из 10 районов Полоцкой епархии входили в литовскую митрополию. Это была достаточно большая митрополия, если взять еще Молодечненскую епархию, часть Гродненской области, то, конечно же, люди, которые жили в этой епархии под покровительством святителя Тихона, они немножко даже другие, я бы сказал. Они даже отличаются такой своей глубокой верой и набожностью. Я даже, я не знал, что это так. Я сам вырос, получается, на территории литовской митрополии. И святитель Тихон очень много сделал для того, чтобы вера православная была открыта абсолютно для всех. И что? Стоит отметить, что святитель Тихон занимал литовскую виленскую кафедру практически перед избранием на патриарший престол. Да, перед избранием. Именно так. Перед избранием он занимал эту кафедру. И больше скажу, когда в 2014 году наши войска отступили, и Вильно был оккупирован немцами, все управление губернии Виленской переселилось в Десну. И в Десну патриарх Тихон принес икону Божьей Матери Остробрамскую и икону святых виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. И Десна была местом, где почти 2 года, там год, по-моему, и 9 месяцев жил святитель Тихон и оттуда управлял своей епархией. Мало того, по территории нынешней Полоцкой епархии, тогда Литовской епархии, проходила линия фронта. И святитель Тихон совершал поездки вдоль линии фронта и освящал храмы, проводил молебны, посещал госпитали. И сейчас мы открыли тоже эти источники и хотим к 2025 году еще одну книгу написать, но уже посвященную святителю Тихону. В 2024 году исполняется 35 лет со дня его прославления, а в 2025 году исполняется 100 лет со дня его блаженной кончины. И вот есть такая задумка проехать маршрутом святителя Тихона, послужить в тех храмах, где он служил, и везде сделать таблички, что такого-то числа здесь совершал богослужение митрополит Виленский и Литовский, будущий патриарх Московский и вся Руси Тихон. Вот это такая наша дань памяти этому великому святому, великому человеку. Владыка, известно, что вы пожили в разных регионах Беларуси, родились вы и выросли в Молодечно. Монашеский свой путь вы начинали в Жароической обители на Гродненщине, почти, наверное, даже чуть 16 лет. 16 лет вы служили в Бресте, в Брестской епархии. И есть ли отличие в чисто таком менталитете самого народа? Речь не идет про церковное, не церковное разделение, а про отличие менталитета поляшуков, жителей Гродненщины, Центральной Беларуси, Поозерья, то есть здесь в Полоцке. И если есть эти отличия, то как они сказываются, в свою очередь, на церковной жизни? Ну, вот, понимаете, мне так повезло, что я везде встречал очень хороших и верующих людей. И до сих пор поддерживаю связь и с поляшуками, и с Минской областью, и с Гродненской областью, и сейчас в Полоцке. Я вам говорю, что верующий
Очень просто. Они везде так идут на контакты, везде одинаковые. И даже вначале мне из Пинска картошку даже привозили. Понимаете, пока полоцкие не обиделись, говорят, вы что, у нас уже картошки нету, мы сами тут вам привезем картошку для всех сотрудников епархии и так далее. Но они все это делают с искренним и чистым сердцем. А есть люди разные, есть трудолюбивые, есть не очень трудолюбивые, есть предприимчивые, есть не очень предприимчивые. Ну, да, наверное, по вот, уровню такой энергичности, инициативности все-таки разные. Южане есть. Чуть-чуть опережают, хочу сказать, да, наш юг Беларусь, они более... такие энергичные, так скажем. Ну, и по темпераменту, наверное. Вот. А люди, которые на севере Беларуси живут, вот в нашей епархии, они более такие, как наши белорусы, это померковные, очень такие осторожные, но они очень честные и послушные. Вот они не идут так массово в храм, но те, кто приходит в храм, для них и соблюдение заповедей, соблюдение церковного устава, оно неподвижно, оно не оспаривается. Вот они очень строгие в своей духовной жизни. Они тоже вызывают такое уважение. Хотя их, к сожалению, не так много, как вот в южных районах или в западных районах нашей страны. Ну, сказывается, и время сказывается, воспитание сказывается. Все-таки же вы понимаете, что сейчас... Наверное, все историки, все разбираются, но никто не может точно сказать, а как исправить и что делать дальше, чтобы нам дух народа сохранить и передать следующим поколениям. Владыка, в течение веков Полоцкая земля известна как духовный центр Белой Руси, духовный центр Поозерья. Также известно, что Полоцк является географическим центром не Беларуси, даже всей Европы. Можно сказать, что вот в последние годы, благодаря одному форуму, Полоцк стал и центром такой православной инициативы. Здесь уже два раза проводился такой уникальный, можно сказать, православный социально-экономический форум «Покровские встречи в Полоцке». Вот что это за инициатива? Насколько известно, ее собираются даже включить в список проектов союзного государства Беларуси и России. Ну, вообще, я рад, что эта инициатива получила такую поддержку со стороны союзного государства. И я рад тому, что это слово «бизнес», ну, современным раньше не знали, что это такое. Но сейчас все пользуются этим словом. То есть это какое-то дело, какое-то, не знаю, там, настроение, предприятие. Я не знаю, что точно там, наверное, сложно определить одним каким-то переводом. Это как бизнес, это дело, да, но это маловато, надо чуть побольше. Вот, и мне кажется, что люди, которые сейчас занимаются бизнесом и одновременно являются православными меценатами, являются практикующими христианами, они вызывают больше доверия и уважения. Если нам удалось таких людей собрать на одной площадке, и они увидели, что они не одиноки, потому что условия современного бизнеса, они страшные. Рушатся семьи, рушатся предприятия. Если пользоваться этим капиталистическим возгласом «развивайся или умри», то они перешагивают через международные корпорации, перешагивают через все, через устои, государство, нравственность, через религию, через все. Мы можем видеть подтверждение тому множество военных конфликтов по всему миру. Это же тоже часть вот этого оголтелого бизнеса. Но если есть люди, настроенные на честное ведение своего дела, и они являются пример живой другим людям, то это, конечно же, хорошо. Я не очень в этом разбираюсь, но я со стороны вижу, что это общение полезное для тех, кто встречается, для тех, кто присутствует. Тем более там проводят различные мастер-классы, они рассказывают, как вести переговоры, создавать предприятия. Все это рассказывают нашим студентам Полоцкого университета. И это вызывает такой интерес живой у молодежи и бизнес-сообществ. Бизнес-сообществ.
Поэтому дай Бог, чтобы и в дальнейшем это развивалось. Наше участие только чисто духовная сторона. Мы точно не переключаемся на бизнес. Для нас важно провести для них молебен, провести какую-то духовную встречу, духовную беседу, богослужение провести, чтобы они не только вместе занимались каким-то делом, чтобы они могли вместе и помолиться, чтобы они могли вместе причаститься из одной чаши. Вот в этом будет такое, мне кажется, возрождение нашего будущего народа и нашей промышленности, экономики. То есть на первом месте должен быть человек с его различными проблемами. Если мы проблемы человеческие будем решать, все остальное нам приложится. Владыка, с чьей подачи вообще начался этот форум? Кто был инициатором? Вы знаете, все произошло чудесным образом. На первой неделе поста, когда мы совершаем богослужение по монастырскому уставу, я увидел в храме человека, который простоял все службы и не присел. А это там около 5 часов, на всякий случай, нужно было стоять. Я подошел, предложил, видел, что человек новый в нашем храме, предложил, может быть, вы присядете. На что был мне ответ, он говорит: «Владыка, я помолюсь, вы видите, что в Украине творится?» Я увидел, с каким он переживанием молится о том, чтобы быстрее наступил мир между братскими народами. Это вызвало, конечно, такое уважение. Я в конце богослужения подошел, познакомился. Это оказался хороший человек Александр, который представляет клуб православных меценатов Беларуси. И затем мы познакомились, и с его подачи получилось... У нас такое замечательное мероприятие, как Международный православный социально-экономический форум. Его очень хорошо поддержали меценаты из Российской Федерации. И если бы вы сейчас спросили, а какая духовная сторона, как это все получилось, то я вам отвечу очень просто. Книгу-то мы написали про отца Константина. Да. А денег для издания этой книги у нас не было. Ну, провели форум, и православные меценаты помогли нам ее издать. Поэтому я вижу прямую помощь от священномученика Константина, ну, просто во всем, что происходит в современной нашей жизни Полоцкой епархии. Владыка, одним из мероприятий полоцких встреч явилась презентация проектов духовно-просветительского характера, в том числе и священнослужители вашей епархии представляли проекты. Вот была ли польза от этих мероприятий? Может, кто-то из меценатов заинтересовался тем, чтобы вложить средства в не совсем прибыльное дело, которое, тем не менее, спустя годы может показать свою эффективность немного в другом, не в экономическом плане, а в социальном, духовном, что скажется на общем климате, в том числе, наверное, и финансовом. Ну вот, давайте рассуждать. То есть, какие семьи сейчас многодетные? Семьи верующие. Верующие в первую очередь. Дальше есть еще там несколько неблагополучных, ну, может, цыгане еще. То есть религиозная мотивация к рождению детей на сегодняшний день самая сильная. Что касается материальной составляющей, больше, чем делает наше государство сейчас для многодетных семей, не делает никто в мире. Это можно абсолютно уверенно об этом сказать. Жилье, льготы, питание – все делает. Слава Богу. Это честь и хвала тому человеку или группе людей, которые ведут такую политику. Но если мы посмотрим, например, западные, когда-то христианской Европы, то увеличение материальных благ не привело к увеличению рождаемости. И, по сути дела, не привело эти страны к какому-то счастью. Они пытаются искать выход в мигрантах, те мигранты никак не входят в их общество, не принимают. И получаются внутриусобные конфликты и так далее. Это дело, конечно же, политологов, которые могут в этом разбираться. Я сейчас хочу сказать о стороне религиозной человека, что мы должны вот эту религиозность в людях воспитывать.
и прививать ее с детства. И не просто человек закончил воскресную школу и ушел навсегда из церкви, а человек должен идти с церковью в течение всей жизни, начиная с воскресной школы, затем молодежное братство, потом клуб молодых семей, потом братство или сестричество, а потом и социальная служба, уход за старичками, за людьми, нуждающимися в этом уходе, за инвалидами и так далее. Все это церковь может сопровождать. Есть ли у нас силы это делать самостоятельно сейчас? Однозначно нет. Мы не справимся. Верующих людей, во-первых, не так уж и много, прихожан, а во-вторых, должна быть очень серьезная и материальная база для этого, должны быть помещения, но должны быть какие-то духовные центры, за которыми я вижу будущее. Вот сейчас в Новополоцке и в Полоцке мы создаем именно такие духовные центры с православными храмами, чтобы служение церкви не ограничивалось только одним богослужением, чтобы люди могли остаться и получить какие-то знания, провести библейский час, например, узнать, что написано в Священном Писании, попить чая, пообщаться. Если какие-то молодые семьи мерцую познакомились, боже мой, там детской одеждой помочь друг другу поменяться, там еще что-то. То есть все это вызывает такие дружеские и так сообщества и создает вот эту благоприятную православную среду. Вот когда мы среду создадим православную, вот тогда ростки и пойдут и хороших людей, многодетных семей, подвижников, монахов, там, я не знаю, ученых. Но у них основа у всех будет нравственная, понимаете? И вот для меня создание вот этих центров духовных очень важной и приоритетной задачей является. Да, наши меценаты обратили внимание, но пока только обратили внимание. Мы тоже не требуем сразу всего, потому что когда человек потрудится, когда это будет со слезами, как говорится, с потом и кровью, и с молитвами, вот тогда это будет цениться. А если нам просто кто-то подарит, то это может не оценить тот человек, который будет когда-то посещать этот храм, этот центр, водить туда своих детей, развиваться, проводить совместный досуг и так далее. Вот мне бы хотелось, чтобы такие центры появились и в Полоцке, и в Новополоцке, и предпосылки к этому уже есть. Слава Богу. Владыка, ну вы уже частично ответили на финальный вопрос, который я хотел вам задать. В нынешнем году исполняется 5-летие вашего служения на Полоцкой кафедре, на Полоцкой земле. И хотел, собственно, спросить о том, какие цели вы перед собой ставите, какие задачи для вас приоритетны. И, как я понимаю, духовно-просветительская работа церкви вне, скажем, богослужения, вне рамок – это один из приоритетов. Ну, давайте так скажем, поскольку мы говорим о 5-летии моего служения на Полоцкой кафедре, нужно помнить, что я занял кафедру после очень сильного святителя. Владыка Феодосий – очень духовный, сильный человек, прекрасный проповедник и мой преподаватель в Московской духовной академии по гомилетике. Поэтому мне здесь достаточно сложно. Мне нужно так этот уровень тоже выдерживать. Второй момент, за что я хочу поблагодарить Высокопреосвященнейшего митрополита Павла, то, что рядом с ним, находясь в Минске на должности викария Минской епархии, я посмотрел, как архиерей должен относиться к церковному имуществу. Как это все должно быть грамотно все оформлено, как это должно быть все, так скажем, как по полочкам разложено. И владыка Павел – это величайший пример родения за имущество церкви, за порядок в церкви. Когда я пришел, у меня уже был опыт, мне было проще. И мы начали все оформлять там, потому что много было, так скажем, не оформлено. Из 111 участков и храмов было не оформлено 89, на всякий случай.
И мы взялись вот за эту работу. В течение нескольких лет мы приводили в порядок вот это церковное имущество, где-то закрывали какие-то там пробелы, но это благодаря примеру владыки Павла. Поэтому у меня есть, так скажем, перед глазами два таких учителя. Но есть еще и духовная составляющая, наш великий учитель, великий наставник. Мы сейчас находимся с вами и записываем это интервью в комнате, где был первый кабинет владыки Филарета, когда он некоторое время управлял Полоцкой кафедрой. И вот на этом месте был его кабинет, и эти все фотографии, посвященные нашему любимому святителю, они для меня являются тоже напоминанием, каким должен быть пастырь. Каким добрым, каким терпеливым, каким снисходительным, каким дипломатичным. Мы все помним качество владыки Филарета. И, конечно же, я стараюсь брать у каждого из архиерея то лучшее, что возможно. Но на сегодняшний день самым ярчайшим примером для меня является пример святейшего патриарха, который ведет нашу церковь в очень непростых условиях. И как он это совершает, сколько Господь дает ему мудрости, такта, выдержки, сил, что он в это непростое время может противостоять злу, которое, кажется, со всего мира вот на него сыпется. Но благодаря его сильной вере, благодаря его примеру, и мы все вдохновляемся. И вот эти примеры, они помогают мне тоже в управлении Полоцкой епархией. Говоря о той работе, которую мы проводим в Полоцкой епархии, хочется отметить возрождение работы с молодежью. У нас в год проводится 6 молодежных слетов. В летнее время практически несколько раз в месяц. И это тоже вызывает такую надежду, что церковь – это не собрание старушек, которых мы очень любим, но церковь – это прежде всего молодежь. Где будет молодежь, там будет будущее. Хотелось бы, чтобы это будущее было светлым, благочестивым, чтобы богобоязненным, и чтобы пример многих молодых людей вдохновлял бы их друзей, их товарищей на то, чтобы и они нашли свое место в церкви, рядом с Богом, рядом с исполнением заповедей, которые для нас Христос всех оставил. Вот это бы, конечно, хотелось бы пожелать в себе и всем нам. Владыка, благодарю вас за эту содержательную беседу. Я думаю, что нашим зрителям будет интересно знать, чем живет, чем дышит Полоцкая епархия. Полоцк, как мы говорили, это и географический центр Европы, но и духовный центр всей Белой Руси, а Полоцкая епархия самая древняя, но в то же время, как мы видим, и одна из самых молодых. Благодарю вас за то, что вы прибыли в самую древнюю епархию на территории Беларуси. И хотелось бы пожелать, чтобы как можно больше людей познакомились бы с жизнью православия на Полоцкой земле. Мы всех ждем. Приезжайте на паломничество, приезжайте на экскурсию, да и просто приезжайте в гости. Благодарю вас, владыка, за приглашение. Напомню нашим телезрителям, что сегодня мы встречались с епископом Полоцким и Глубокским Игнатием. До встречи!